Здравствуйте, меня зовут Чепрыгина Ирина, я учусь в педагогическом университете имени Низами в 302 группе Дисмани Маданят Хатун Козлар Спортуны. В связи с тем, что у нас сейчас происходит в стране и вообще во всем мире, то есть это коронавирус. Но мы не должны сдаваться, и мы должны держать свое здоровье в полной силе. Я бы хотела вам предоставить несколько общеразвивающих упражнений, и смотрим дальше. Первое упражнение. То есть мы стоим ноги на ширине плеч, руки на пояс. Делаем круговые движения головой в правую и в левую сторону. Упражнение. Смотрим и повторяем. Раз, два, три, четыре. В обратную сторону. Пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Это мы делаем наклоны головой вперед-назад, лево-право. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Мы делаем повороты в правую и в левую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончим. Следующее упражнение. Руки к плечам. Делаем махи руками вперед на четыре счета назад. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее упражнение. Разведение рук перед грудью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Правая рука вверху. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Делаем махи руками вперед. Раз, два, три, четыре. Назад. Пять, шесть, семь, восемь. Исход. И раз, два, три, четыре. Вперед, перед собой, к носкам. Четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Ноги на ширине плеч. Правая рука у нас отправляется к левой ноге, а левая рука к правой ноге. То есть упражнение мельница. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончим. И у нас выпады. То есть правая нога идет вперед, руки наверх. Исходное положение. Повторяем все вместе. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение. Приседания. Руки перед собой. Делаем приседания. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Следующее упражнение. Выпады в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Закончили. Упражнение. Прыжки. Плюсиком. То есть мы прыгаем вперед, назад, вправо, влево. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончим. Упражнение для всего тела. Мы поднимаемся, тянемся на носочках. Наклон. Присед. Встаем. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончим. И последнее упражнение. Делаем глубокий вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Всем спасибо, всем хорошего дня и всем здоровья!